Всем привет, с вами Хоки Сик, и это вторая серия игры «Американка-добивашка тык-пык», кто как ее называет. И сегодня моя команда будет биться против полупрофессионала. Это будет очень интересно, приятного просмотра, поехали! Итак, участники этого батла, полевые игроки. О да, это Максим Сергеевич, это наш полупрофессионал. Для тех, кто живет из Санкт-Петербурга, все знают Максима Сергеевича, и все хотят, чтобы он играл за них в воротах. В общем, это действительно полупрофи. Сегодня нам предстоит непростая серия. Давайте начинать. В игре участвуют полевые игроки против голкипера. Атакующие получают балл, если шайба заброшена первым броском или заброшена с добивания при условии игры в одно касание. Вратарь же зарабатывает балл, если смог зафиксировать шайбу или та ушла за лицевую линию. А также, если она коснулась бокового борта. Итак, начинается битва против полупрофессионала. Прошлый выпуск у нас не получился. Надеемся, что эта серия будет более результативна с нашей стороны. Давай. Да. Начало положено. Все-таки все понятно, когда Саня начинает с вершины, хорошего не жди. Тихо, ты почему не уточняешься против полупрофессионала, а мы-то кто? А мы просто ребята, которые любят хоккей. Да? Но! О-хо! 1-1! А! Да. 1-1. И... Это шайба! Все остальные шайбы убираем. Вот так вот. Правильные люди, потому что на вершине. Положи шайбу, да? Да. О-о-о! 3-1. Шайба! Шайба счастлива. Да. Поехали. Ну зачем? Кто тебя просил? А я в щиток целился. 3-2. Где? Да. Да что ты? Давай, играй! Ну ты вот! Я спасал эту шайбу! Да. О-о-о! 4-4. Да. Стой! Чё они? Хорошо, 5-4. 5-4. Это серия. О-о-о! 6-4. Не отпускать!
Итак, счет. Ой, хорошо! 7. Итак, счет 7-6. Напряжен. Уже, да, как-то не так стыдно. Уже не так стыдно. 7-6. Ну что, Макс, готов? Конечно. Я в щиточек на отскок. 7-7. Да. Восемь-восемь. Вот она. Да. Ты чего? Я тебе отдал нормально. Прям в бубенчике. Хорошо. 9-8. 9-8 счет. Да, ты не забил. Мы могли вести. Бывает олимпиада, когда люди там на гуле решают, что такое. Я всю свою хоккейную жизнь ждал. Либо 8-9, либо я спаситель пятерки. Давай, да. Да. Давай нервы крепче. Почему? Кто нам нужен в воротах, чтобы мы победили? Надо провести небольшой анализ. Серия идет до 2 побед, поэтому вторая серия против Макса, где нам надо тоже отыгрываться. Ну что? Ай. Все, все, давай. Макс, ты как бы все ворота закрыл. Тишина. Спокойно. Коньком можно. Коньком можно. Ты уже... Да. 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 Раз, два, три. Блин, да! Я хотел его заговорить. А штанга, друг вратаря. Понимаешь? Ой, хорошо! Это отлично! Да, он целился вправо, а бросил влево. Ой, ты! Все. Я что, фамилия? Да, хорошо. Я следующей серии подключу. 2-2. Лучше хоккей, я уже показал. Это хорошо. Ой, ну ёлай! Просто! Сникерс, пожалуйста! Вот это! Да ты что? Все, молчим. Просто делаем свою работу дальше. 4-2! Просто делаем свою работу дальше. Давай, давай, 4-2. Да. Ответ за тобой давай. Да. Уже как бы ты тот человек, который будет всем предъявлять. Ты тот... Уже водичку пьет, да. Изжога. Так, какой у нас счет? 4-3? 4-3. Хорошо, хорошо, Бас, хорошо. Ой, хорошо, 5-4. Надо, надо, надо брать.
попадайте вы мне в клюшку. Что-то нас немножко затрясло на этом розыгрыше, да? Так, где шайба? Все, 6-4. Спокойно. Шесть, пять. Хорошо. Хорошо. Главное, давай. Семь, пять. И финишный спурт. Ну все, собрались. Вот как обойти середину? Прямо на отрыве. Семь, шесть. Семь, шесть. Семь-семь! Это площадка, черенок. Это черенок. Восемь-семь. Да. Давай, Денчик. Наверху спокойно, спокойно, спокойно. Ой, хорошо, Лёша, Лёша, хорошо. Так, 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 счет, счет, счет. 8-8. Даже. 9-8 и пушка. 9-8 и омская пушка. Вот эти нервишки. 9-9. Все, вообще без комментариев. 9-9. Нет! Здесь должен был быть леворукий. Ну ладно. Ну что? Победе очко не дадут, балл? Нет. Идите сюда, чтобы все видели эти лица. Чтобы все видели эти лица. Ну, борьба получилась очень напряженная. Максим Сергеевич, идите сюда, пожалуйста. Вы наш дорогой полупрофессионал. Борьба получилась очень напряженной. Первая серия 10-8, да? 10-8, да. Вторая серия 10-9. Напишите нам в комментариях, кого еще вызвать, и мы приедем и проиграем. Третья серия будет еще этого кино, так что ждите, сейчас вдохнем и третья, пожалуйста. Ну, это вы уже увидите на втором канале, так как мы играем до двух побед. С вами был Хоккей Стик. Все ссылочки на ребят в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Пока. Хоккей в сердце.